столика не If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm on it with the D.O.E. Yeah, yeah, yeah. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Snoop Dogg, Snoop Dogg, Snoop Dogg. Hold up. Ну, двухкомнатная вот эта вот та штука. 3200, а вот скидки какие-нибудь к этому делу. Да, ну, на месте обсудим просто. Скажите, скидки могут какие-нибудь предусматриваться просто? Ну, тут просто, знаете, специфический вид оплаты. Скажем так... Половым актом принимаете? Нет, в смысле? Я серьезно. Че он сказал? Блядь, тебе Стасик звонит. Серьезно. Ты штук, давайте. А че не надо? Когда нет денег. Смотри, смотри, смотри. Дай мой. Они кому-то давали майки. Не идите сюда. Майки, майки. Чё? Показывай. Чё, дали? Чё, девочки, привет. Ну, здравствуй, незнакомец, заходи. Арманушка, а ну покажи леточек. Мы будем вместе с оператором. Да, я покажу. Да, у нас же на бой. Дайте, да. Легенда. Блять, дети. Эй, братишка. Здрасте. Там Олег. Да не ори, да не ори самому Олегу. В смысле, блять? Здрасте. О, тонированный, слушай. Эй, бля, опусти руку, бьют нахуй. Это наш главный мужик. Давай, спасибо, спасибо. Вы именно деньгами хотите, да? Ну, вот тут просто специфический вид оплаты, понимаете? Можете. Смотрите, тут, короче, у меня есть должница. Вот. Она мне должна около 2 миллионов. Вот. Она вот предлагает вам, как бы, так сказать, поделикатнее. Свои услуги, так сказать, и примите вот так. Мне просто нужно жилье, я вот не местный, понимаете, тут, ну, дело такое. Ну, вы, блин, услуги, скажем так, сексуального характера. Не, это все серьезно, я серьезно, вот она мне реально должна, как бы, тут, я говорю, это вам очень понравится. Да-да, сексуального характера. Да лежит она хорошо, блядь! Да она лежит хорошо, долбоёб! Блядь, мы могли с ней еще минут 5 разговаривать. А как тут заблокировать? Стоп, а вы можете, стоп, еще раз, только не смеяться? Блядь, да вы можете вместе танцевать, у меня камера не настолько, блядь, большая. Я! Yeah. В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров воцарился жесточайший хаос, когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Дядя Шан сделает вам, блядь, печку нахуй. Блядь, он съёб меня. Бля, Вова, хули ты там бревно, блядь? Да домой, блядь, мебель собрать надо, блядь, заебал. Чё ты меня толкаешь, блядь, я сейчас толкаю. Дай ему же, блядь.
Pfizer. Да ебашьтесь, блядь. Давай, проход в ноги. Че? Короче, объявление. Короче, завтра или послезавтра выйдет ролик. Вы можете поаплодировать. Ты хочешь, чтобы я отжался? Скажи, действительно этого хочешь? Чтоб... Учителю, скажи... Я хочу, чтобы ты отжался. Учителю, скажи мне время. Я вам говорил о том, что если вы предприниматель, который, по сути, ничего не происходит... Ты староста. Я пиздю, конечно. Знает. Как бы ролики надо снимать, ну ты понял, да? Вот. Эти моменты надо понимать, как бы. Если ты их не понимаешь, по понятиям не живешь, понял, да? Как бы, я так к чему говорю, да? Занимайся спортом, да, ну и снимай ролики, ну ты понял, да? Эти моменты надо понимать, да, а то, бля, придем, сука, убьем нахуй.